Рахмон и премьер госсовета Кнр Ли Кетян при участии ряда таджикских чиновников, в том числе Азады Рахмон и Рустами Эмомали, возложили первый камень в основании будущих зданий парламента и правительства Таджикистана, сообщает пресс-служба президента Рахмона. По информации пресс-службы президента, строительство правительственного и парламентского комплексов будет реализовано при финансовой поддержке КНР. Стоимость проекта будет составлять 10% годового бюджета или же 220 миллионов долларов. Общая площадь парламентского комплекса составит 42 874 квадратных метров. Здание правительства Таджикистана будет расположено в центре Душанбе на территории проспектов Рудаки и Исмаили-Сомани на площади 10,27 гектара, где будут построены 15-этажное здание правительства и два 13-этажных здания подведомственных правительств управлений. Эксперты отмечают, что Китай не является бескорыстным инвестором и вкладывает финансы только в случае очень высокой ожидаемой материальной выгоды. В данном случае Китай крайне заинтересован в энергоресурсах Таджикистана.